Итак, сегодня мы будем разбирать функцию удаления, которая вызывается быстрой клавишей X. А мы будем удалять грани и ребра. И попробуем еще, может быть, в конце точки. Давайте мы выделим, удалим, создадим новый куб, перейдем в редактирование. Edit Mode, нажмем правой кнопкой и разделим наш куб. Данное, как говорится, разделение мы уже изучали в отдельных видео. Я более подробно рассмотрела данный инструмент. Окей, давайте перейдем и попробуем удалить одно из ребер. Нажимаем клавишу X, и у нас появляется вот такое меню. Здесь мы выделим данную функцию. Раз. И у нас удалилось ребро. Окей. Самое интересное, если мы сейчас выделим вот это ребро, оно у нас соединено двумя точками. То есть мы сейчас включим точки. Точка 1 и точка 2. То есть мы можем тоже выделить. То есть это у нас одна из граней. Если мы сейчас опять нажмем на X и опять применим данный инструмент, то эти точки, они удалятся. И другие две точки, которые у нас сейчас не выделятся, они соединятся. Смотрите, раз. И видите, они соединились. Также можно еще прибегнуть вот к такой уловке. Нажимаем, выделяем, так сказать, наши грани. Давайте выделим 3, зажмем X и объединим. Вот так. Это объединение плоскостей, то есть граней с удалением ребер. То есть он объединил нам все, удалив 2 ребра. Но точка вот здесь, она осталась в таком подвешенном состоянии. Так, теперь удаляем наши грани. Выделяем нашу грань, нажимаем X и удаляем грань, то есть плоскость. Вот так. Мы можем еще раз X, Face. Вот так это будет выглядеть. Так, давайте теперь попробуем еще. Скажем, мы хотим удалить данную грань. Как это сделать? Как видите, она у нас соединена с двумя плоскостями, этой и этой. И если мы нажмем на X, у нас выйдет меню, и что нам удалить? Я думаю, нам нужно удалить вот здесь. Опа! У нас удалилось вот это ребро вместе с двумя гранями. Окей.